Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Несколько часов назад я зашла в инвестпроект. Так, Instant Profit. Так, здесь один только маркетинг-план для всех. Ой. 20% за 24 часа. И минимальный депозит $1. Или в рублях 60 рублей. Начисление 5% каждый час. И минимальный вывод в долларах 10 центов, в рублях 10 рублей. Значит, у меня накапало немного денег. И, естественно, я хочу его проверить на вывод. Вот и мне мой депозит. Так, значит, что депозита партнерам вклад. Так, вывод. Так, в настройках я прописала все кошельки. Так, Pair у меня стоит вот по умолчанию. Так, и прописываю сумму. 0.32. Так, нажимаю создать. Так, и нужно подтвердить. Операция не подтверждена. Нажимаю подтвердить. Так, статус выполнено. Так, значит, она, наверное, пройдет мимо почты, я так предполагаю. Это придется идти мне в кошелек. А я кошелек... Нет, гляньте-ка, пришла на почту. Payr, открываем. И, пожалуйста, сумма в USD. Так, скопировалась. Вот моя сумма. И выплата с Instant. Прибыль. Как бы уже комментарий. Ну что, проект платит. Все замечательно. Так, возвращаюсь в кабинет. Ага, а это начислено. И вот вкладочка выведена, уже вот эта вот сумма. А здесь так и пойдет прибавляться. Ну что, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Завтра я остатки выведу. До новых встреч.